юная девушка. Она в центре, а мысли где-то витают. Может, она просто не такая, как все? А какая? Наивная. Она творит свой собственный мир фантазий. Она, наверное, в детстве очень редко играла с другими детьми. Какой удар! И незаметно, но уверенно меняет окружающий мир к лучшему. Это вы? Да нет же, гляди! Она в тебя влюбилась! Хочешь побольше узнать о ней? Очаровательная Одри Тату в доброй лирической комедии о том, как нас согревает тепло наших связей. Амели. 22 апреля в 20:00 в эфире ННТВ.